В Казанском федеральном университете состоялась встреча ректора Ильшата Гафурова и делегации компании «Акронис». Во встрече приняли участие проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Сафиуллин, а также представители Института физики, Института вычислительной математики и информационных технологий и Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем. «Акронис» — один из мировых лидеров в области кибербезопасности. Решением компании доверяет свыше 5 миллионов пользователей, большинство самых значимых мировых брендов. Продукты «Акронис» востребованы в 145 странах мира. Компания основана российскими специалистами в Сингапуре. Также располагается в России, Швейцарии и США. Хотелось бы понять, как вы работаете с IT, какие у вас программы по выпуску IT-специалистов есть, да, насколько действительно реалистично привлекать людей, куда уходят ваши IT-специалисты. Гостям рассказали об интересующих их направлениях подготовки специалистов и научных разработках Казанского федерального университета, которые могут применяться в сфере IT-технологий. Мы создали Высшую школу IT-технологий, где как раз интегрировали потребности тех компаний, которые в то время работали и сегодня продолжают работать в Российской Федерации, исходя из того, что мы имеем право, как федеральный университет, составлять собственные программы подготовки специалистов, и они зачастую ориентированы на потребности тех или иных компаний. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров предложил сотрудникам компании организовать площадку для сотрудничества. Напомним, что это не первое взаимодействие КФУ и Акрониса. Основатель и генеральный директор компании Сергей Белоусов в 2015 году выступал с лекцией для студентов Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Ленардо Влетяров, Универньюз.